Так, теперь сидём вопрос. Сомнение волос у кукол. Вот возьмем вот такой. У него натуральные волосы. Он похож как настоящий волос. Есть волосы резиновые. Как у крестового, например. Резиновые. Есть пластиковые. Вот тут. Пластиковые волосы. Как у Элик Носкоилокио. Пишите в комментариях, кому какие нравятся волосы. А я вам уже показал, чем какие волосы отличаются. Эти и пластика не надо расчесывать, а эти можно. Вот. Все. Всем пока. Пока, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с этим видео с друзьями.